Друзья, всем привет-привет, с вами я, диджей Борискин. Сегодня будем контейнеры открывать. 10 у меня вот таких вот контейнеров и 8 таких. Короче, 10 белых, синих 8 от парка развлечений. Все никак не до конца их не открою. Давайте смотрим, короче, что будет. Так, ладно, это забираем. Листаем опять. О, тут еще есть, смотрите, ребят, еще, короче, у меня 3 фиолетовых. Эти тогда открываю, я эти открою. Окей. Не спеши тут. Можно туда один синий, если у тебя один такой открыл? Нет. Ты просто следующий ящик нажимай. Окей. Не спеши, подожди. О, посмотрим, что. Вот нормально. Да я тут даже полигон не построил. Да? У тебя стандартно стоит? Не спеши, не спеши. Давай открывай. Сейчас легендарка какая-нибудь будет, да? Эх, почему... О, хорошая вышка, башня, я ее да, только и кубик хороший. Да. Я ее только крафтить смог. О! Давай еще три ящика открываешь, остальные я. Интересно, выпадет с трех тебе это? Легендарка? Да. С фиолетовых? Ну, да. Может, может, может и нет. И может синих даже выпасть. Ну, это... Все, нажимай забрать, давай я тебе. Ой, ты что сделал? Сейчас, ребята, остальные ящики тоже откроем. Сами посмотрите, что там выпадает. Давайте красные на потом оставим. Ну, как в конце видео откроем. Сейчас сначала синий, потом красный. Ты полигон будешь строить? Я полигон не буду строить. Да мы только минутку вон всего лишь строим. Ну, можно накидать будет на полигонах. Так. На видео, да? Просто нафиг. Ну, машинка, о. Машинка это хорошо. Хотя, блин, у нас там и так эти машины. Зато две жирных. Да не кричи, ты веди себя прилично. Сколько раз тебе просил? Как мне с белого? Короче, вот это вот, ну вот это хорошая вещь. Вот это хорошая, красивая. И вот эти две как стенки. Как стенки их потом. Прицеп, ну какой-то дали. Кубик, вот кубик нужная вещь. Короче, из синих ящиков по-любому фиолка падает, да, получается? Паровоз тоже не, неплохой, кстати, вот этот вагон. Стенка вообще их почти не достать. Да? Да. Их, по-моему, еще 4 таких ящика у нас осталось. Давайте остальные откроем. Вот это хорошо, что в каждом фиол падает. Ну вот это беспонтовое, блин. Рампы тоже особо так себе. Не в каждом. Вот эти вот, в принципе, ничего, машинки поставить можно. Почти сколько. О, лошадка, лошадка вообще круто. У тебя теперь две. Ну, я не знаю, сколько здесь. Если ты донатный набор брал. Ну, значит, наверное, две. Все, ребят, давайте следующий откроем, посмотрим, что тут у нас есть из следующих. Ну тут три таких самых контейнера. Сейчас давайте хоть характеристики их посмотрим. Ну, короче, тут смотрите, что написано. Одна из, что там, тематический контейнер парка содержит 3 случайных предмета для строительства полигона. Один из которых обязательно будет либо эпический, либо легендарный. Ну, короче, фиолка по-любой будет падать, то есть по-любой нам с каждого открытия, грубо говоря. А вот эти вот... Редко. Под вопросом легендарки. Не знаю, выпадет, не выпадет, 3 контейнера. Вот бы это выпало. Ну, не знаю, не знаю. Давай. Мне главное этот. А тут, по-моему, есть, да, пушка уже одна? Да. Ну, давай, что выпадет, то выпадет. Давай посмотрим. Ты ее скрафчил. Эх. Ну да, фиолка. Какой-то вагончик. Ну да, синих побольше попадало фиолок. Ну, синих больше фиолок попадало. Давайте еще раз пробуем 2 ящичка. По-моему, без разницы, какой ящик везде. Вот 2 фиолки. И фуфловый. Ну, вот эта башня еще ничего, я говорю, так себе. Ребят, последний ящик остался, вот один. Ну, не знаю, не знаю. Давайте за легендарку. Я хочу, чтобы легендарка хоть одна тут выпала. Шух, давай. Эх, облом. Ну, хоть лошадка тоже хорошо. И будет. 3 лошадки теперь. Ну, будет 3 лошадки, ребята, у нас. Вот такой вот сегодня дроп у нас был. Ну давай на этот выкинем хотя бы этих лошадок туда на полигон, что у нас там.
Ох ты, ё. А я тут ничего не строил, тут, короче, как было, все так и есть. Ну, стрелял быстро и все, да? Да, у меня. О, вот, вон, вот, у тебя вот одна лошадка стоит. Да, все лошадки у меня почему-то здесь, ребят, стоят, не знаю почему. Это Руси. Да, что-то типа. Ну, можно что-нибудь покрасивее постараюсь поставить, конечно. У меня, кстати, тоже таких две, я другая. Давай, куда тут ставить-то надо их, а? Есть куда поставить? Нет. Нету. Тогда туда не заедешь. А зачем тут? Там не надо заезжать. Там так все хорошо. Да я просто накидаю, чтобы хотя бы полигон не пустой, чтобы... Ну, по идее, надо полигон весь сносить и заново делать. А у тебя, кстати, сколько этих белых рамп всяких? А не знаю, сколько-то есть. Здесь я красиво строю всякие. А, там вон еще полигон до конца. Смотри, какой. О, пушка! Ну одна у меня, да, одна у меня катапульта есть. Кстати, у меня таких две и одна. Да можно придумать какую-нибудь базу военную, или еще что-нибудь под... красивое что-нибудь построить. Не для того, чтобы проходить полигон строить, а просто для красоты построить там. А я построил, чтобы проходить. А что это у нас тут сфера прям сразу в воротах, что ли, стоит? Прикольно. Да, смешно, конечно. Вот такой, вот это куда им в одно место запихни. А, что потом подзрывать можно? Нет, они не взрываются. Это красиво просто смотрятся. Нет, они за. Да ебно. Когда ты их ставишь вот так вот в одно место врезаешься, они красиво разлетаются все в разные стороны. А, бочку можно поставить. Да ставь. С огнем, который. Огнебочек. Не знаю, ребята, полигон долго, в принципе, строить, если честно, да. Ну, можно чуть-чуть понакидывать его. А ты, кстати, с плеера музыку выключил или ты даже не включал? Не выключил, по-моему. А тут так просто все контейнеры нафиг. Нет? Ну, музыка выключена, почему-то. Колесо поправляется. Потому что их ее не слышно. Нифига себе. Ну, взорвется бы все. Ага. Да не взорвется, да ничего. Что ты запарился своими? Взрываться не взорвется. Нифига себе. Положил, да, так аккуратно. Ага. Я думал, ты ее кинешь куда-нибудь вперед. О, вот это, кстати, взрывается. Я реально. Тихо, не пробей боковать, не силушно. Постой, это же бочка белая, можно какую-то разобрать из белых, каких у тебя много. И она будет красиво взрываться. Давай ящик сюда еще накинем. Там еще ящик. Ящик, наверное, можно вот сюда кинуть. Чтобы покрасивее лежали, а тут что-то выполняется. Нет, не столбик, а вот сюда. Ты выглядел. Я не знаю, что-то мы с тобой кинь. Что-то строим, какой-то фигни думаешь. Прицеп кинь. Да зачем? Хорошо. Не, ну можно, ребят, что-то красивое построить, но у меня сейчас фантазии нет. Я хочу так хотя бы немножко накинем на полигон, чтобы он не пустой был у меня. Давай, колеса защити. Еще это еще. А где вот эта штука хорошая была? Ух ты, ёшки-матрёшки, сколько у тебя. Вот это, вот это мне почему-то нравится очень. А у меня их две или даже три, по-моему. Вот так вот. Тоже такая красивая вот эта штука. О, кстати, какой-нибудь такой быстренький полигон построй, чтобы типа гонять можно было. Да не надо гонять, так ты до нём будет. Разобьешься. Ну вот это все наброшено. О, папа, знаешь, вот эту и вот эту бочку возьми и вместе поставь. Они очень будут взрываться прикольно. Они взрываются реально. Где-то, а, подожди, я свалку машин хотел сделать. Вот, вот это вот. Вот свалка машин, только свалка машин. Кстати, у тебя... А, сюда никогда не зайдет. Ай, больно. Кстати, у тебя где-то еще одна свалка была. Да надо весь полигон очистить и... Что там у нас? Полигон? Да не, я смотрю, что... В клан людей, короче, набрать просто капец какой-то. Вот башню давай поставим.
Башенную пушку. А вот башня, где у меня есть, уже нету. У тебя есть радиовышка. Да, вот сюда куда-нибудь кинем, мы можем так достать, нет? Ну вот эту машинку чуть-чуть отодвинь. А вот так кинем все. Машинка, я не. Вот она такая же высокая, как ворота. Да, тоже смешная башня, она... конечно. Мусорку сделай из машин. У тебя еще одна мусорка есть. Давай кубики возьмем, чтобы построим. Че? Я... Вот это все стандартно было убрать отсюда нафиг. Может другую не убирать, вот эту просто кинуть. Кстати, у тебя же этих трамп нападал. Вот эту можешь сюда. Я и строю. Машину убирать. Нападала, я и строю, чё? Конечно. Нет, не видишь. Чёрт, что такое, не внимать на это. Ой, ты чё так криво поставил? Вот, давай. У меня этих тысяч, ну не тысяча. А рамп 41, а что вот за этих... рамп? Это треугольнички, шприца, а вот этих нет, да, уже? А других есть, зато с вот таким подлетом. Сколько таким подлетом у них есть? Два. Ну, ровно два, как и надо. Вот это мы нормально поставим. Кстати, разработчики, как хорошо, что тень сделали. Тень сделали хорошо? Да, прикольно. Почему? Прикольно, я ж тебе сказал. Не знаю, мне так не нравится. Так, одного мне не хватает кубиков, но получается у меня. Почему это? Здесь так у меня тоже такое. Здесь вот так тогда закрываешь, типа нет и все. Тут и не достанешь до этого, тут ничего не сломается. Ну вот такая вот у нас была. А, подожди, это что у нас не очень, да, вышло? Ладно, чуть получше горочка получилась, чем была. Прям все выставили на полигон. Ладно, ребят, что, давайте видео затягивать не будем, потом этот полигон когда-нибудь доделаем. Всем спасибо, кто досмотрел до конца видео. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал обязательно. Всем удачи, ребята.